камнях и в водах, в воздухе и на скальных рисунках застыли легенды воинственного степного народа. Потоки историй по бескрайним степям казахской земли развиваются легенды о семи трагических судьбах и самоотверженной любви. Я был рожден в семье рабов, а красавица Сулушаш в семье Бай, которому мы служили. Я и не заметил, как наша детская дружба переросла в любовь, погрузив в удивительный мир счастья. В один день я получил послание. Сулушаш хотят выдать за сына Байбусына, а ночью тайно приедет жених. Она хотела, чтобы жених сам отказался от нее, но судьба распорядилась иначе. В ту ночь из юрты Сулушаш я услышал крики о помощи и помчался к ней со всех ног. Там было двое мужчин. Началась драка, и я всадил нож в грудь одного из них. Аул бушевал, и мы решили бежать. Я, мой брат Ермек, Кайсар и Сулушаш. Забрав любимую той ночью, мы пустились в бега к озеру Шайтанкор. Позади нас были гонцы, а впереди бурлящая река. Там я потерял своего брата Ермека, отобравшись до Шайтанкор, своего верного друга Кайсара. Судьба уже решила вырвать мое сердце. Сулушаш растерзала чудовище. Сердце будто перестало биться. Я решил уйти к ним, к другу, брату и к моей Сулушаш, в надежде, что там мы будем вместе.